Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Лев, канал Лео ТВ, продолжаем с вами проходить The Evil Within, часть первая. Ну что, давайте выходить. Что здесь? Да. Выходим, я уж не помню, где мы тут. Что это, где это? Ага. Подземка, да? Нам, наверное, все-таки вниз надо. Да. Все будет внизу. О, патроны. Игра, спасибо тебе за револьверные патроны. Кто там? О, здорово. Хотя я как-то и не видел. Ну, я думаю, что, наверное, вот так. Прекрасно, я доволен. Так, что там от тебя осталось? Что-нибудь осталось? Ничего не осталось. Так. Нет, это будет... Вот и все. Вот и все. Видали, какой у нас болт мощнецкий? Одним выстрелом пригвоздили гадюныша. Все. Что там? Ё-моё. Печаль прям у нас. Печаль с запчастями. Но на него нельзя было тратить много времени. Угу. А если в бошку, например? То довольно неплохо. Пойдемте вернемся, патроны возьмем. У нас есть возможность, пока их добирать, мы будем добирать. Ну, бери. Господи, это вот правильно встать, это меня добивает просто. Ой, запчасти бы мне. Где тут взрывчатка была? Так. О! Какая глупость. Прям на краю. Прям на краю. Здесь. Чё, так что ли её? А, вот так открывать. Чё, вообще не шумим, да? Ладно. Мне показалось, что здесь растяжка. Но растяжки здесь нет, и это хорошо. Все руками Себушка поднимает? Не, ничего себе. Там очередной Рубик тусит. Да. Мне не нравится, как здесь снайперская винтовка при прицеливании себя ведет. В смысле? Все, убили. Хорошо, я доволен. Я доволен. Так. Вон оно чё. Не, ну раз так, то постреляем, конечно. Свободен. И вот этого... Где он? Да почему ты прицеливаешь не туда, куда надо? Всё? Я хочу вот это... И там же этот... Я так понимаю, мина, да, это? Этого мы сожжем. Давай, давай, давай. Или не мина?
Серпендрот. Отлично. Это просто? Ага, просто. Как же просто. И сколько мы таким образом собрали? 1000, это значит с него. Падай уже. Еще нет. Окей, давайте подождем. Ну. Что-нибудь после себя оставишь? Капец ты бестолковый. Так, ну здесь, я думаю, можно уже встать. Спички даже нам игра дала. Неплохо. Так, а чувак, которого мы снесли, так, я вижу капканы, он где? Или мы забрали уже его? Видимо, забрали. Я думаю, сейчас здесь кто-то еще будет тусить. Запчасти. Отлично, одна запчасть. Нам надо, нам это надо. Я просто иду осторожно, потому что сейчас непонятно кто, непонятно откуда вылезет. Либо я вот такой вот капкан могу попасть, а мне этого совсем не хочется. Так, у нас 30 деталей. Ну, вроде что-то так потихоньку восстановили. Так, револьверные патроны есть. Они практически в избытке сейчас. И там какой-то деятель, по-моему, около взрывчатки тусит, да? Ладно. Мы вышли из зоны его обзора. Вон оно чё. Может, там, в принципе, шмальнуть? А-а-а. Ладно. Тогда подождем, пока он появится. Все, он вообще появится. Да, вон он ходит. Алло. Ну, судя по всему, мы товарища снесли. Блин, это небезопасно. Давайте, наверное, я бутылку возьму. Все-таки бутылку туда кину. Залазь, Себушка. Че, никак? А че такое, в чем проблема? Он туда залезть уже не может. Такие вот одноразовые лазейки, полозушки. Я думаю, можно даже не пытаться, я их просто подорву и все. Конечно, это опасно. Угу. Здесь я вижу. Это мы тоже подорвем. Меня что-то попадает, да? Хорошо. Патронов нету никаких. Есть что-то. Прекрасно. Итак. А что, собственно, и так? Тоннель, друзья, и дальнейшее движение в поездах. Что здесь? Кто здесь? Куда-то выходим. Так. Патроны на дробаш. Сколько у нас? 10 патронов на дробаш. Великолепно. Где-то здесь должен быть путь наверх. Окей, Себушка, да. Пошли. В чем проблема? Опа. Быстро. Превосходно. В смысле, с одного выстрела?
это интересно. Это очень интересно. Так. Ну, зашел он отсюда, да. Давайте попробуем поджечь, конечно. Ой, как надо, перед паутиной лежали спички. Пойдемте. Затянуло уже, что ли? Да, представляете, затянуло. Пойдемте. Кто это? Давай я, наверное, тебя все-таки грохну. Я думаю, так будет лучше, конечно. Зачем ты нужен? Ты — это потенциальная проблема. А мне эти проблемы не нужны. Я слышу звуки. Вон там. Блин, как это было тупо. Ну ничего, сейчас отобьемся, это мелочи. А, меня уже видят, да? Ай-яй-яй-яй. Хорошо. О, хилочка. О, пришел. Я думаю, что, наверное, вот так все-таки. Здорово, брателла. Да, до свидания. С тебя что-нибудь выпадет, нет? Ну-ка, давайте я подожжем. Где? Гел. Грин гела нету. Ну давай тебя подожжем. Фу, видели, да, как он? Как я смотрю эти стойки стоять, думаю, что это такое, что это такое? Это сигналка, оказывается, была. Ладно, сам виноват. Сам виноват, невнимательно посмотрел. Так. Здесь. Поднимаем это. Хотя по-хорошему надо было, наверное, шмальнуть из пистолета в него. Я думаю, да. Ящик? Это не такой ящик, он не распаковывается. Что это? Под ним пройти надо? Интересно. Мне знать. Ну-ка. Пойдемте посмотрим, может тут во что-то стрельнуть можно. А, тут тайминги. Ясно. Давай. Конечно. Что это за рубильник? Вот мне интересно знать. Как вы думаете? Наверное, вырубает вот это? Да. Пробежали быстро. А там их два. Там еще один рубильник. Ладно. И что, никто не припрется сюда? Оно живое, что ли? Ну-ка. Что это такое? Ну это крыса. А что, мы крысу убить не можем? Фу, мерзость какая. Все снова затянулось, да? Так, Себушка, давай. Нет. А ну-ка давай. Это интересно. Так, забирай. $13,000 геля. Хорошо.
Ясно. Теперь как это? Иди сюда. Угу. Вот и все. Замечательно. Давай сюда мне. А я думал, как это открывается? Вот все, вон оно как. Вот это мы возьмем. Снайперские патроны. Это интересно. А это что? За мерзость. Тут что-то есть сюжетное? Конечно. Дневник Себастьяна Касталаноса, 20 декабря 2012 года. С тех пор, как я получил пакет от Майра, никаких вестей. Боюсь, придется нести эти улики начальству. То, о чем говорит Майра, ужасно, и, возможно, след ведет наверх в те круги, до которых мне не дотянуться. Но собранных ею доказательств достаточно, теперь я убежден, что смерть Лили не случайность. В конце концов, они признали, что Майра исчезла, но отказываются подключить меня к расследованию. Говорят из-за того, что я родственник, но мне кажется, что они считают меня подозреваемым. Расследование зашло в тупик. Ради своей семьи я продолжу его в одиночку. Ну пойдем, Себушка, вручную сохранимся. Нам там особо пока прокачивать нечего. Угу. Выходи, умник. Наша тёлка-метёлка здесь еще, да? Чё вы здесь? Что-то забыли? Да, пинка тебе дать под зад. А вот и она, да? Мила, да, друзья мои? Разыскивает. Пропала Татьяна Гутьеррес, медсестра из психиатрической больницы «Маяк». Исчезла во время ночной смены. Никаких свидетельств того, что она вышла из здания. Но ведь она... Вот она, Себушка. Тусит, как ни в чем не бывало. Понимаешь? Тусит, как ни в чем не бывало. Ой. Ну-ка, пойдем-ка скажем ей привет, бейба. Танюха! Это что? Подожди. Куда-то делать. Ключа нету, да, у нас? Ладно. А это что? Тоже дырка? Да. Оказывается, с трех мест можно было выйти. Ну, пойдемте. Стоп, куда пойдемте? Мы не туда зашли. Где этот? Вот. Откуда этот деятель вылез? Фу. Во всех хоррорах должна быть канализация обязательно. А, так. А где он? Вы его видите? Фу. Угу. Ой, какая мерзость. Так, спички. Болты дают. Не, ну раз здесь есть халявные болты. Давайте. Здесь что, вернемся? Назад, назад, назад. Ё-моё! Улетел? Да. Так, и что теперь делать? Угу. Он живой еще? А, черт. Нужно быть осторожнее. Да.
Опять я на этих распорках попался. Ну ладно. Согласитесь, что гарпун шикарен. Блин, один остался. Ну ладно. Чё там? Гарпун, давайте. Нормально. А чё я тут? Давайте сделаем укольчик. Сколько у нас? У нас максимум. Если бы я эти распорки не брал, не зацепил, вот они, когда я их научусь уже замечать, не в самый последний момент, а в нужный момент. 1000, чё-то нам геля дают, просто вагон. Так, ну вот я вижу потенциальную запчасть. Теперь главное не лохануться. Давай. Криоболт? А зачем нам криоболт? Ну, это невозможно было увидеть. Я думаю. Да, невозможно. Здесь, наверное, еще где-нибудь одна такая будет. Так, теперь давайте. Вот еще. Полазить я здесь хотел, потому что мы-то ни одного его убили. Их тут полегло, ой-ой-ой. А я сейчас сюда приду. Вот отсюда, да? Да. Ну-ка, быстренько. Там, по-моему, динамит был, да? Взрывчатка. Да, вот она. На краю вообще. 5000? 1000. Нормально. Отлично. Ключ. А плитки нету, да? Плитки нету. Не шоколадный. Давайте посмотрим, что здесь. Все мы забрали. Ну, я так понимаю, что да, все. Здесь. Ничего здесь нету больше. Хорошо. Здесь граната. Еще. То, что нам нужно. Запчасти. Так, что с этим делать? Криоболтом ее шарашить. Я не знаю. Давайте попробуем. И чё? Как здесь пройти? А, вот. Предохранитель. Высоковольтный предохранитель из распределительного щита. Целый можно использовать снова. И все. Я вообще гений. Взял и профукал целый болт. Ну ладно. Решил, что здесь какая-то хитрая схема. А здесь просто предохранитель. Выдираешь и все. Так, давайте сейчас посмотрим, что здесь. Потому что я не исключаю, что сейчас какие-нибудь ребятки отсюда попрутся, повылазят. Ну что ж, давай, Себушка. Ты сильный мужчина. Дверь, наверное, в воду сливаем, наверное, да? Ну, конечно, конечно. И что там? Это кто? Это что? Это мерзость какая-то. Давай. Какая же мерзкая канализация, а? Просто омерзительная. Нам очень много геля дают, друзья. Давай. Видели, сколько всего?
Так нечестно. Что это было? Вы это видели вообще? Вы это вообще видели? Каким образом этот красавец туда влетел вообще? Я, наверное, что-то про эту жизнь не знаю и что-то в этой жизни не понимаю. Так. Давай, Сэбушка. Здесь опасно. Да, у нас есть грозное оружие, но... Все равно... Канализация просто омерзительная. Вот просто, друзья мои, мерзость как есть. Фу. Воняет. Чувствуете, как воняет? М? А это что? Кто меня видит сейчас? Кто меня видит? Вот это да. Все, сдох. Они от стен отлипают, что ли? Кто-то там тусит. Угу. Ну нет, это невыгодно. Это много патронов. Не, я буду беречь пистолет. У меня есть дробаш, поэтому... С ними, я думаю. Вот и все. Встал он? Вы серьезно? Не, ну вы серьезно? Ну это просто какой-то эпик. Давай. Надо было вот с тем поджечь. Хотя они такие, что могут и... Не загореться. Почему, когда тебе влупаришь в бошку, ты выживаешь? Видали? Два выстрела с дробаша. Так. Там, по-моему, патроны были, нет? А, все уже, да? Да, все. Тогда пустим. Все. Забираем. Снайперка. Угу. Снайперка неплоха, да. А здесь что? Жалко дробаш. Вот сколько получается я патронов использовал? 2, 2, 4, 7 или 6. Здесь снайперка нужна. А, ну, игра компенсировала. Хорошо. Скажем ей спасибо. У-у-у, и на пистолет дали. Все нормально. Забрали предохранитель? Забрали. Еще сейчас вылезет кто-то. Ой, какая мэр. Не-не-не-не-не-не, родную. А, я ж выстрелил. Неужели не попал? Давай. Слушайте, они горят, вполне себе горят. Все. Все, отдыхай, чмо, гори.
А, здесь же дальше, да, эта штука была, которая перестала работать. Да. Доступ к вентилю, вот оно. Отдыхай. Засранец. За них всего дают 100 геля. Вы обратили, да, внимание? Это просто ничтожная совершенно величина. Давай, Себушка, где мы там что открываем? Скажи мне. Покажите, где мы что открываем. Прекрасно. Мы где-то откачали воду. Да ё-моё. Давай, гуляй. Пришел. Монах в синих штанах. А, наверное, вот здесь, да. Сдох. Так, где снайперка? В смысле? Кто там и где там? Вот это мне, знаете, что напоминает? Прищиков из Dead Space. Так, давайте посмотрим, тут вообще есть что-нибудь. Все заросло, ясно. Он дышать-то дышит. Кто это? Вообще ужас. Как в Dead Space. Да. Ну это должно было быть. Это чужой или кто там, я не знаю. Я забрел в какое-то гнездо. Ну да, судя по всему, да. Давай, родной, жжем. Ух ты, вот это очень кстати. 33, копим, копим, копим. Нам надо. Нам понадобится. Что это такое вообще? Что это? Чье это гнездо? Сколько всего? А, это затягивается уровень. Так, ну сейчас что-то будет, судя по всему. Конечно. Ну давайте, пожируем. Хорошо. Сейчас здесь что-то будет. Какой-то бензовоз там, я слышу. Здесь что-нибудь есть? Пойдемте ручное сохранение сделаем. Дробаш надо будет прокачать урон, если хватит. Я думаю, да. Нам очень это пригодится. Давай, Сабушка, выходи. Это здесь, мамзель? О, у нас же ключ есть. Пойдемте. Так. Ну, давайте вот это. Здорово. Никогда не думал, что так может, возможно. 5000, так, и. Давайте здесь, еще один ключ, пожалуйста. Еще 5000. 37000, но мы все 31 тысячу привезли на ровном месте. Это неплохо, кстати. Это очень неплохо. Ну-ка, Себушка, садись.
Сейчас мы прокачаем урон на дробаше. Так, оружие. Дробовик. Сколько? 16 тысяч? Множитель урона. Конечно. Вот. Емкость магазина. Так, на пистолете что у нас? Множитель урона. 20 тысяч, не. Емкость магазина. 5 тысяч. Время перезарядки. Сколько за крит? 20 тысяч, до свидания. Это магнум? Не, магнум трогать не надо. Так, крит 10 тысяч, нет. А со снайперкой что? 8 тысяч, да. Сколько у нас осталось? 7500? Дальность 150 прокачана. У всего прокачано, да? Время перезарядки. Ну это неплохо, кстати. 5500, время взведения. Ну пусть будет, да. Мы его часто используем. И это вот прокачаем тоже. Вот так. Хорошо. Пойдемте. Нас там что-то адское ждет. Давайте, наверное, вот сюда. Ну что, пойдемте. Мы готовы. У нас и время взведения прокачано. Я, правда, не знаю, на чем это должно отразиться и каким образом, но... Какой-то черт с бензопилой, да? Или это не черт с бензопилой? А, это просто двигатель работает. Ясно. А зачем здесь эта ручка нужна? Кто-нибудь чёрт знает? Не работает. Кто не работает, собушка? Так, что не работает? А, сейчас будем... Ну давай вставлять, чё. Так, вставить деталь. Это сюда. Теперь... Вот это. Сюда. Нет, неправильно. Все? Черт побери, я вам кто, электрик? Все? Я ничего не понял. Что должно быть? Так. Итак, у нас есть... Это крутится? Нет, это не крутится. Может быть, это... Вот сюда... Нет. Ну, я думаю, что вот так. Нет. Так. Подождите, я не понимаю, что везде должны быть синенькие. Эта штука у нас не крутится, правильно? Вот. Нет. Угу. Нет, не так. Ну-ка. Допустим. Это сюда. Так. Так они не крутятся, в этом вся проблема.
Или они крутятся? Супер лифт. Подожди, мне нужен лифт. Правильно? Лифт красненьким горит. Все, ясно. Мне нужен... Это что такое вообще? Supply — это припасы. Мне нужен лифт. Пошли. Я-то думал, что это. Так. Вынимаем. Сюда не идет. А, правильно, потому что здесь нету нифига. Вот. Нет. Теперь. Лифт должен заработать. Я не понимаю, что должно быть. Вот скотина. Вон оно что должно быть. Так у нас босс, что ли? А, ясно. Ну ты очень кстати, я хочу тебе сказать. Потому что я прокачал дробаш. Угу. Быстро, 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 быстро. Так, вот сюда. Ну-ка. Где он? Вот скотина. Говно какое-то выпускает. А, да, ну ладно. Хорошо. Где он? Скотина. Ну забирай. Вот. Так, ну это... В смысле, я не понимаю, он... Что делает? Не дает к себе таким образом подойти, что ли? Или это мой фарм? Ну вот он сидит в этой дырке. И чё? Так, давайте сейчас мы уколемся. Но это было, да, это было очень неэффективно. Давай быстрее, Себушка. Молодец. Так мне-то что с тобой делать? Объясни мне, пожалуйста. В тот момент, когда ты все это говно выпускаешь. Ага. Ясно. Да я столько раз. И потом, почему пистолет? Почему не дробаш? Ну, почему пистолет? Так, ты пришел? Пошел ты. Пошел ты.
Все. Я, честно говоря, так и не понял, что это вообще было. Ага. Куда-то туда все это идет. Ну ладно. Десять тысяч нам до него взяли. И все. А это что? Короче, надо было просто к дырке, я так понял, подойти. Этого чувака мы можем смело назвать пистолетным боссом. Короче. Контрольная точка. О, дорогие друзья, контрольная точка. И как раз на этом серию закончим. Да, это был очень странный босс. Непонятный мне, но мы его победили. Ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на Яндекс.Дзен. Ставьте лайки, пишите комментарии, жмите колокольчик. Всем до новых встреч и всем пока.